В день восстановления независимости Литвы в Висагенесе, как и во многих городах страны, состоялся патриотический автопарад, организованный учреждением «Патриотишки Литувии» и представителями общественности. 11 марта 1990 года Верховный Совет принял акт восстановления литовского государства, провозгласив таким образом независимость. Это один из важнейших государственных праздников, и в этом году его призвали отметить всем вместе. Иначе, чем прежде, но вместе. Праздничный автопарад в рамках патриотической акции был организован по всей Литве. Его участникам предлагали украсить свои автомобили огромными триколорами и историческими флагами Литвы и 11 марта в 14 часов дружно двинуться по улицам города. Торжественная автоколонна, проехав по улицам Висагенеса, направилась в сторону ИАЭС, а затем вновь вернулась в город. Nuotaika iš tikrųjų yra labai šventiška ir labai malonu, ir muzika groja, ir... Настроение действительно очень праздничное, так приятно. Музыка играет, и день, от которого веет свободой, потому что мы можем выйти, соблюдая все требования в масках. Но та надежда, та свобода, она внутри нас. И поэтому мы можем с еще большей радостью праздновать 11 марта, отмечая при этом, что Висагенес тоже часть Литвы. И посмотрите, как много народу собралось, и все тоже считают себя частью Литвы. Для меня это самый большой праздник. Хочется пожелать всем такого же единства, какое мы видим сегодня. Все люди, вне зависимости от национальности, радуются, празднуют. Все как единый кулак. Никаких политических, национальных разногласий. Все отмечают один праздник – праздник Литвы. Больше всего хочу пожелать единства, дружбы, взаимопонимания. И вот таких эмоций, как сегодня. Так приятно видеть здесь всех сегодня. На редкость замечательный праздник, очень массовый. Праздник и такая приподнятая атмосфера. Я очень-очень рад, что для наших жителей этот праздник так важен. А чего бы вы пожелали жителям? Прекрасного будущего, и чтобы ошибки, допущенные в прошлом, были проанализированы, и мы извлекли из них уроки.